Завершился осенний турнир по мини-футболу среди команд организаций города и простых любительских коллективов. Соревнование проходило с августа, и из-за непростых погодных условий игры турнира несколько раз переносились. Однако накануне соревнование все-таки завершилось. В холодный субботний день даже погода не хотела видеть футбол. На небе висели тучи, и местами шел снег. Однако последнюю, финальную игру сыграть было просто необходимо. Ведь именно от исхода матча «Шаттл-УВД» зависел исход кубка. Если смотреть по результатам прошедших игр, то здесь преимущество было у команды УВД. Из 5 игр финального раунда они выиграли все и рассчитывали на кубок, ведь в прошлые годы именно полицейские правили балом в мини-футболе. Поначалу так и казалось. Команда УВД повела 1-0. Однако затем события развернулись в обратную сторону. За 10 минут до конца игры «Шаттл» забивает 3 мяча и в конце концов одерживает победу со счетом 3-2. Погодные условия не дали, грубо говоря, показать красивой и результативной игры. Но, тем не менее, мы очень рады, что мы победили. Скажу всей своей команде, всем игрокам спасибо за то, что мы вместе достигли этого результата. Ну и всем остальным командам за участие тоже огромное большое спасибо. Турнир областного значения в районном центре. Региональный кубок по кикбоксингу принимало село Ивановка. Так уж повелось, что спорт на периферии развивается не по разнарядке, а благодаря частной инициативе. Кубок области по кикбоксингу, наверное, все-таки больше, чем просто поединки. Здесь вам и предупреждение, чтобы не свернуть на кривую жизненную дорогу. И принципиальное соперничество федераций ушу, карате, бокса. Представители этих видов выставили своих спортсменов на турнир кикбоксеров. Всего около 100 бойцов приняли участие в Кубке области. Неплохо смотрелись хозяева соревнований, несмотря на то, что секция в Ивановке работает всего лишь 2 года. Более чем в половине поединков кикбоксеры, как и положено, одержали победу. Из федерации УШУ победил в весовой категории до 57 килограммов Артем Кушнаренко. Боксер Виктор Бешанов выиграл в категории до 86 килограммов. Турнира среди девушек как такового не было, поскольку заявилось всего 2 участницы – Зинаида Снитко и Кристина Цыпа. Между собой они и соревновались. Победу здесь одержала Кристина, представляющая Федерацию кикбоксинга областного центра. Накануне завершилось первенство Амурской области по баскетболу, в результате которого были разыграны путевки на дальневосточные соревнования. Второй раз в этом году в Благовещенск съезжаются юные баскетболисты 2000 и 2001 годов рождения. 5 коллективов играли в подгруппе мальчиков и столько же у девочек, хотя предварительно участников планировалось больше. Наряду с благовещенцами на площадку вышли ребята из столицы БАМа и Екатеринославки. У девчат к 3 сборным из областного центра присоединились гости из Екатеринославки и поселка Новобурейский. Баскетболистки Екатеринославки стали победителями первенства. Второе место у сборных 3-й Благовещенской спортшколы. Среди мальчиков тындинцам сразу предсказывали лидерство, и эти прогнозы оправдались. Они завоевали главную награду. Второй результат у благовещенской сборной «Ураган», обыгравший соперников из поселка Екатеринославка. Команды мальчиков и девочек, ставшие победителями на местном уровне, примут участие в зональных соревнованиях Сибири и Дальнего Востока во Владивостоке, которые запланированы на окончание года. Телеканал «Спорт Благовещенск» для информационного агентства «Порт Амур».